многие люди не ценят то, что они покупают в магазине. Они думают, что купил предмет, купил ту же пачку сигарет, выкурил и выбросил ее, и она теперь больше не нужна. Сейчас я вам покажу тот самый один пример, в котором я попытаюсь вас переубедить в этом. Поехали. Возможно? Да нет, возможно. Спасибо.